Сегодня подводил итог работы за год Союз пенсионеров. Встречу решили провести по-домашнему за чашкой чая. И начали с самого приятного. Двум семьям из города Рассказово и Рассказовского района, где опекунами являются пенсионеры, вручили паспорта на холодильнике – подарок к Новому году. Помощь таким семьям стала одним из главных направлений в работе Союза пенсионеров России. Причем их работа построена не только на том, чтобы помогать материально. Активисты Союза вносят свои предложения, например, по увеличению пенсии или льгот. Союз пенсионеров России работает и в этом направлении. Уже, как подчеркнула председатель регионального отделения Союза Клавдия Шупила, из их 17 запросов 8 учтено на законодательном уровне. Такими темпами общественная организация идет третий год, и планы у них большие.